Всем привет! Сегодня я расскажу, как добыть верхового ската пустоты, одного из самых легких верховых маунта Вов. Для этого нам нужно прокачать репу со стороны Стражи Небес Шата. Эту репу прокачать очень-очень довольно легко. Для этого нам нужно выполнить квесты у Сирена. В этих квестах заключается то, что нужно нафармить 6 штук теневой пыли. Но это может делать неограниченное количество раз, пока вы не прокачаете полностью вашу репу. Эта теневая пыль фармится легко. Сейчас покажу, где она фармится. За каждый квест дается по 450 реп. Фармится она вот с таких мобов. Падает по 1-2 штуки. Всем спасибо за просмотр. Пока.